В общем, я посмотрел, блин. Оказывается, код не 4489, как я говорил, а 4487, а не 9. Вот, и код разгадать можно тут везде, короче, раскиданы подсказки, о чем я вообще не помнил. Нужно их читать и по этим подсказкам 4 цифры найти. Пипец нафиг. Я правда, я об этом вообще не помнил. Я помнил только сам код. И то перепутал одну цифру. Не 8-9, а 8-7 надо было. Вообще, блин, и смех, и грех, нахуй. Все, взяли мы канистру. Канистру, канистру, канистру. Взяли мы и нальем сейчас туда мы водочки и попьем ее. Хотя я водку не люблю, а это отрава вонючая. Что я делаю? А эту фигню мы все выкинем нафиг. Она мне не нужна. Да блин, не то. Тут, блядь, когда я пишу на фрапс, в этих меню все тормозит, блядь. Я не знаю почему. Вот это убираем. И вот это. Ну и одну эту фигню тоже положим. Я налью водки в канистру и пойду ее на улице питьем. Первый слот я периодически сохраняюсь. Блять, я забыл совсем про этих пауков ебанутых. Так. То есть в первый слот я периодически сохраняюсь во время игры. Вот. А второй слот у меня в начале каждого видео. Каждый раз, когда я видео и записываю, я проверяю, как записалось. Если записалось не до, не, ну как-то с глюками, то я, соответственно, для этого мне и нужно сохранение. Чтобы все нормально записывалось. Конечно, не было такого, чтобы я, короче, пришлось сохранение загружать и заново записывать видео. Не было. Ну, на всякий случай я сохраняюсь в начале каждого видео. Когда собираюсь записывать. Все. Теперь нам нужно отнести это Дугласу и точно появятся опять враги. Причем тут такой прикол, то что тут потом, чем дальше по игре продвигаешься, тем у тебя больше денег, но покупать тут нечего, блин. Деньги все копятся, копятся, а покупать нечего. Вот, в итоге у тебя там уже даже во второй половине игры, не то что в конце игры, а уже даже во второй половине игры. Где-то вот в Шелтере, когда ты в Нео-Арк идешь, у тебя уже столько денег, дофига, а покупать нечего. Вот это вообще пипец. Вот теперь 100 пудов там невидимка появился, это точно. Мог бы нам бесплатно какое-то оружие отдать, придурок, блин. Знаешь, что нам нелегко. Так, я предлагаю пойти сначала в канализацию, а к невидимке уже в самый конец. На самое сладкое оставить. Опять я не с той стороны зашел. Хотя, может быть, нормально.
Еще кто-то остался. Канализации, по-моему, жирные будут. Точно. Жирный-жирный поезд пассажирный. У меня какой-то белый там был. О. А этого, короче, вот так. Давайте сразу всех, короче, убьем. Все. И все, и умер. Еще одна крыса вроде там должна быть. Не, не здесь. Все. Так, там еще две комнатки. Может, кому-то не интересно смотреть, как я тут бегаю, короче, всех врагов убиваю, но я в самом начале сказал то, что во вступлении. То, что я собираюсь бегать, всех врагов мочить. Так что уж я не виноват, если что-то вам не так не нравится. Тут их просто очень долго мочить на обычным способом. Тут гранатомет со вспышкой. Надо долго стрелять в них. Так, включил энергию и все. Можно так еще. Все. Тут все очистили в кон... Очистите. Очисли. Блять, очистили, ёб твою мать. Очистили. Тут сейчас будут чуваки эти ходить. Или кобылки будут. Ну, хоть чуваки будут тут, ну, сейчас или попозже, я не помню. Я же говорил, сейчас будут. Во. То есть я сказал, что я не помню. Ну и ладно, хуй с ним. Часто ходят они. Правильно. Как он в него не попал? Это удивительно. Все, в принципе, готов. И это на них плохо действует. У него ноль отнялось, потому что когда он держит пушку, в него нужно чем-то мощным. Ну вот этим это нормально для него. Но лучше, например, вот этим, смотрите. И все равно не получилось. Сука, блядь. Теперь я не могу использовать энергию. Видите? Надо было мне сразу включать эту фигню. Все прошло наконец-то. Сразу, как видишь, он...
Начинает, сразу делаешь эту фигню и все. Во. И эти штучки пропали теперь. Ой, блядь. Когда ж ты сдохнешь уже, а? Видишь, какой живучий, сука, блин. Ну реально, меня заебал уже. Наконец-то. К невидимке хочу потом. Вот, короче, побежим вот в эту сторону. Обойдем, короче. Обойдем. Вот через эту сторону. Туда. И к нему придем уже с другой стороны. Как раз по пути врагов убьем оставшихся. Тут паучки. Все, отбегу. Все. То у них, сука, лапы длинные. Сейчас тут Кайло будет сидеть. Еще младенцы тут были. О. Лё-лё-лё, короче. Хватит пить, мужик, пошли делом заниматься. Ха? Тоже колу пьет. Тут столько выпивки, а он колу пьет. Все, теперь пошли к невидимочке.